Так, всем привет, с вами Маров Виталий. Такой уже третий или четвертый день что длится у нас. Сразу воду найти не смогли. Длится уже третий или четвертый день. Вот такая вот петрушка. Здесь вообще-то все затекло. Так вот экстренно у нас делают ремонт. Асфальт здесь лежит новый. Вопрос, будут ли его устанавливать или нет, никому не известно.